Всем привет, с вами Асанана Джимми, и сегодня мы с вами попробуем поиграть, посмотрим игрушку под названием симулятор лиса. Так, давайте начнем. Создадим лису. У меня будет мужской род. Лису мы назовем, сейчас скажу, как мы назовем мою лису. Так, Курама, будет Курама. Лиса Курама, да. Начать. Так. Для того, чтобы быть лисой, вам нужно кое-что узнать. Лиса может атаковать, чтобы сделать, что нужно нажать на кнопку. Так, нажмем. Также лиса может прыгать. Начните двигаться с помощью джойстика и затем нажмите на кнопку прыжка. Вот так вот прыгаем. В лесу бывает опасно. Нужно следить за полосой жизни лесу. Ага. Отлично. Да, я поняла. Отлично. Отлично. Да, побежали. Давайте сперва осмотримся, потом будем брать тут, можно говорить, задание. Да, я... Ой, как мы странно бежим. Но лиса вроде не такие звуки, кстати, издает. Ой. Ой, не то. Ой, кошка. Давайте с ней пойдем, посмотрим, что тут можно с ней сделать. Господи, стой! Да, кошка тут, конечно, маленькая, но ничего. Мы смиримся с этим. Так, идемте, идемте, идемте. Кошку, кошка, кошка. Ой, съесть или отложи? Подобрать. Давайте подобрать еду. Съесть. Пошли все, смотримся в лес. Вот туда. Говорят, можно еще лису найти. Лису девочку, да, тут говорят, можно найти, но это очень редко, когда их вообще найти можно. Бежим, бежим, бежим. Тут деревья, конечно, вообще идеальные. Графон что такое. Так, ускоряться мы пока не можем. У нас ускорителя нету больше. Так что мы идем спокойно. Та-дам. Ой, можно вон съесть опять кого-то. Давайте этого съедим. Кто ты, кто ты? Ой, стой! Куда ты повернулся? Да, правда, лиса издает немножко не такие звуки. Я смолчу. Ой, кладбище. Какая жуть. Ой. Что это было? Так, где же эта лиса? Может, она не тут, она где-то вот там, может быть? Так, тут вроде есть карта, можно посмотреть, где лиса. Лиса. Ой, нет. Продолжить карта. Так. Мы где-то тут. Сейчас посмотрим, где по карте тут можно найти лису. Давайте посмотрим. Так. Нет, тут нету. Ой. Угу. Отлично. Задание, отлично. Да, вот задание есть. Так, отлично, 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 отлично. Так.
кролики, змеи, ну здесь все, что нам нужно, как бы, но лисы. Тут ее нет. Ладно. Давайте пойдемте за заданием, что ли. Ой, господи, неужели нашей лисички тут нет? Побежали. Ой. Ай. Что это, кто там? Да, кто-то стоит, я не вижу, не пойму, кто это. Ой, это барашка. Барашка или коза, это я так не пойму, кто это такой, но. Какая странная земля. Боже, это что такое? Это пшеница? А пугало, как в Майнкрафте. Ой, коняшечка. Давайте, коняшечка. Ай. Так, господи. Так, где этот дом-то, а? Я заблудилась. А, нет. Смотрите, вон он там, вон. Все нормально, все правильно иду. Здрасте, здрасте, я пришел за заданием. Так, вот оно. Так, читаем. Я очень люблю розы, но очень не люблю садить растения. Может, ты согласишься посадить розы в моем огороде? У меня есть немного денег, я заплачу. Давайте попробуем. Ой, нет, я отказалась. Хорошо. Ну, блин, лиса, сажающая розы, это странно. Так, волки снова нападают на наш скот. Коровы стали бояться выходить за ворота. Коровы боятся выходить за ворота фермы. Можешь победить волков. Убей хотя бы двоих. Давайте попробуем убить двоих волков. Ой, простите, пожалуйста. Ненавижу эту рекламу я. Вот полный экран. Экранный режим. Ай. И мы опять вылетели из игры. Продолжим. Дурацкая реклама. Да. Все. Пойдемте за заданием снова. Потому что я сейчас что-то накосячила и сделала что-то не то определенно. Ой, да, я нажала полноэкранный режим. Круто. Сегодня утром прибежали несколько испуганных лесников. Они говорят, что древний изумруд. Нет, это слишком трудно. Я просто поиграла немножко в эту игру как-то. Потому что я знаю, что в этой игре трудно, а что в этой игре не трудно. Так. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот он опять нам сейчас даст задание. Ты видел, как много змей походу? Убей одну из них. Окей, я там видела как раз змеяку одну. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну ладно, идемте. Ой, где-то тут. Ой, змеюка. Как раз вот то, что нам надо. Задание, миссия выполнена. Ну что ж, думаю, пока что на этом стоит закончить. С вами была Асана на Джинни. Всем удачки и всем пока.